На днях закрытое акционерное общество «Струнные технологии» посетили представители компании «Фестальпины Австрия» и «Энергокомплект Минск Беларусь». С австрийской стороны в делегацию входили руководители коммерческих служб, а также директор представительства в странах СНГ и Российской Федерации. Со стороны «Энергокомплекта», партнеров «Фестальпины» по поставкам в Республику Беларусь, на встрече присутствовали генеральный директор и начальник отдела технического маркетинга. Белорусскую делегацию возглавлял председатель совета директоров, генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Анатолий Юницкий. «Фестальпины» является одним из лидеров мирового производства канатов для напряженных конструкций, высокопрочной проволоки и стали для штамповки кузовов легковых автомобилей. Достаточно упомянуть, что среди партнеров компании есть такие мировые гиганты, как BMW Group и Daimler AG. Ее заводы расположены в Австрии, Китае и Соединенных Штатах Америки, а трудятся в подразделениях более 50 тысяч человек. Многие изделия «Фестальпины» не имеют аналогов в мире, соответствуя самым строгим мировым стандартам и даже по некоторым показателям превосходят их. Экологичные методы производства и ответственное использование ресурсов вот уже в течение десятилетий являются неотъемлемой составной частью ее предпринимательской философии, а основой успеха – приверженность инновациям. В закрытом акционерном обществе «Струнные технологии» уже применяли продукцию компании в своих конструкциях и на деле оценили качество изготовления металлопроката. Встреча проходила на территории экотехнопарка, гостеприимным хозяином и экскурсоводом по которому выступил создатель SkyWay. На переговорах стороны поделились последними новостями в деятельности своих организаций, определились с потенциальными направлениями совместного сотрудничества, взаимными условиями и возможностями для развития партнерства. Представители «Фестальпины» ознакомились с теми типами путевых структур, которые представлены в экотехнопарке, что позволит им более точно понять высокие требования закрытого акционерного общества «Струнные технологии» к поставляемому металлопрокату. We'll be right back.